Самое главное, что есть в жизни каждого человека – это его здоровье и здоровье близких ему людей. Но если в дом постучалась беда, очень важно чувствовать поддержку окружающего мира, ощущать, что милосердие и сострадание не забыты. Особенно, когда речь идет о здоровье ребенка. Екатерина Пустынникова, учащаяся 8 класса 43-й школы хутора Бараниковского, девочка одаренная, старательная, успешная в учебе, так отмечают ее педагоги. Она прекрасно рисует, вышивает бисером, пишет стихи. Казалось бы, живи и радуйся, но на ее пути встала серьезная болезнь. Внутри уха растет опухоль. Екатерина уже плохо слышит. Лишь громкую речь, недалеко от правого уха. Положительный результат возможен только при проведении дорогостоящей операции, которая может быть сделана в зарубежной клинике. Квота – это длительно. Ее сразу не дают, а финансово могут сделать операцию сразу. Операция дорогая, одна стоит 12 тысяч евро, а их нужно 4, потому что сначала нужно убрать опухоль в одном ушке, в другом ушке после предыдущей операции нужно все восстановить, потому что там все вырезали, гной также продолжает выходить, а затем нарастить перепоночки в ушах в обоих, это еще 2 операции. Болезнь представляет очень серьезную опасность. Катя может полностью утратить слух. Необходимо простое человеческое содействие. Нет ничего дороже, чем вовремя и на пользу оказанная помощь. Средства на проведение операции собираются на карту Сбербанка и на Яндекс.Кошелек.